Привет, ты на канале IT User Help, и в этом видео я хочу рассказать тебе о том, как в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max выключить либо перезагрузить устройство. Бывают такие случаи, что необходимо перезагрузить устройство, когда, например, он полностью завис вследствие установки обновлений, какой-нибудь ошибки при установке обновления, либо просто при работе какого-то приложения может так зависнуть, что не выключается стандартным способом. В этом видео я хочу рассказать о всех способах. Я насчитал 5 способов, как можно выключить и перезагрузить смартфон Apple iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. И не теряя времени, давай приступим. И первый способ, чтобы выключить смартфон, это нужно нажать одновременно кнопку сбоку эту и кнопку громкость вверх эту. Нажать и отпустить тогда, когда появится значок, такой значок выключения со слайдом. Здесь будет написано slide to power off, если у вас iOS на английском языке, либо будет написано выключить, если на русском языке, ну либо на другое какое-то слово в зависимости от языка. Чтобы выключить, вам нужно коснуться этой кнопки и провести вправо. Здесь есть интересный момент, что если вы отпустите слишком рано какую-нибудь из кнопок, кнопку громкости вверх отпустите рано, либо правую кнопку, либо обе слишком рано отпустите, у вас не появится такой экран, а вы сделаете скриншот вместо этого экрана. Поэтому нажимаете эту кнопку, нажимаете кнопку громкости вверх, на какое-то мгновение задерживаете, у вас появляется вот такой экран, переводите вправо, и смартфон будет выключен. Второй способ. Это нажать кнопку громкости вверх, отпустить, потом сразу же нажать кнопку громкости вниз, отпустить, и нажать и держать боковую кнопку справа, пока не появится тот же самый значок выключения, вот этот вот, только он будет уже без вот этой кнопки SOS, то есть вы не позвоните в 112, что в принципе исключает возможность нечаянно набрать 112 либо 911, если вы находитесь в США. Это был второй способ. Третий способ. Вы можете перезагрузить устройство через настройки. Если перейдете в настройки, основные, затем в самом низу увидите кнопку выключить, и опять появится вот такой значок выключить, то же самое проводите вправо и выключаете устройство. Если нас интересует перезагрузка устройства, то мы в принципе делаем то же самое, что я сейчас рассказывал до этого. То есть у нас устройство выключится, нам нужно просто его включить. Для того, чтобы включить устройство, надо в выключенном состоянии, соответственно, нажать и подержать кнопку справа буквально несколько секунд, в общем, до появления значка Apple, запуска Apple Boot Start. В общем, Apple логотип пока не появится. Либо, если у вас устройство выключено полностью, вы просто можете подключить Lightning кабель, включить его в зарядку, и смартфон сам включится. Еще один момент. В 11 версии iOS появилась функция Assistive Touch, с помощью которой вы сможете задать, с помощью которой вы
Если она у вас активирована, то три раза нажав на кнопку справа, у вас появится дополнительное меню. В нем нужно выбрать аппарат, потом выбрать еще, и будет кнопка перезагрузить. Но это при условии, если у вас эта функция Assistive Touch была включена заранее. Assistive Touch — это виртуальная кнопка, которую можно держать на экране вашего iPhone или iPad и при необходимости нажатием на нее вызывать на функциональное меню, уже через него производить различные действия. Данная функция создавалась для пользователей с ограниченными возможностями, чтобы упростить использование iPhone. Чтобы включить эту функцию, вам нужно перейти в настройки, основные, далее универсальный доступ и в подразделе взаимодействия включить Assistive Touch. И потом, если вы нажмете три раза на кнопку справа, у вас запустится эта функция, и через нее вы сможете выбрать аппарат, потом еще и далее перезагрузить. И последний, пятый способ, о котором я хотел бы вкратце рассказать, это начиная с версии с iOS 13, вы можете полностью управлять смартфоном голосом, поэтому если у вас включена функция голосовое управление, и если у вас версия iOS 13 и выше, вы сможете голосом выключить или перезагрузить смартфон. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарий. Пока!